Всем приветики! Что делать, если вы, качая файлы через Google Chrome, хотите изменить папку, назначенную Google, на свою собственную? Например, нажимая на файл, на пунктик «Скачать сейчас», у вас сразу начинает скачиваться файл в папку «Загрузки», которая назначена уже по умолчанию Google. Чтобы сменить ее на свою собственную, вам нужно перейти в «Настройки», а в настройках выбрать дополнительные настройки, спуститься до пунктика «Скачанные файлы», и тут вы можете либо изменить папку на какую-то определенную, в которой он всегда будет скачивать ваши файлы, либо нажать пунктик «Всегда спрашивать место сохранения». И я думаю, так даже будет лучше, потому что вот нажимая на «Скачать», у вас сразу откроется окошко, в котором вы можете выбрать любую папку. И причем вам всегда будет открываться последняя папка, в которой вы сохраняли. То есть если вы все время в определенную какую-то папку скачете, она вам все время будет открываться. Если вы берете какую-то другую, то тогда вам в следующий раз уже предложат ту папку, другую, которую вы в которой вы последний раз сохраняли. Так даже удобнее. Я именно так вот сделал себе скачивание с запросом места скачивания. Вот. На этом все. Всем пока.